Красота, грациозность, интересные элементы. На льду физкультурно-оздоровительного комплекса лидеры разыграли кубок Ульяновской области по фигурному катанию. На лед вышли более 100 спортсменов из 15 регионов. Зрители увидели в исполнении фигуристов захватывающие прыжки и вращения, интересные образы и яркие костюмы. Это возможность показать свое мастерство. Дети ежедневно тренируются по несколько часов, выходят на лед, и любые соревнования для них шанс проявить себя, показать свои умения и, естественно, оценка судей, они знают, что они могут и знают, над чем им работать. Судить приехали эксперты из Москвы. Оценивали выступление по трем критериям. Техника исполнения элемента, техника скольжения и представление программы. Участвовали как самые маленькие спортсмены 4-5 лет, только делающие свои первые шаги на льду, так и профессионалы, выступающие по второму спортивному разряду и демонстрирующие каскады из многооборотных прыжков. Гости из Казани Анна Карпеева поразила всех своим номером. В своем выступлении она с легкостью выполняла самые различные элементы от простых до сложных и заслуженно заняла первое место в своей группе. Я очень сильно старалась и заняла первое место. Что тебе подарили сегодня? Диплом, медаль и кубок. И сумку. А вот Ева Шишмакова в спорте всего год. Увлечение фигурным катанием началось после похода на каток. Родители решили попробовать отдать девочку в секцию и, как итог, первое место в областных соревнованиях. Начали ходить на массовое катание. Тренер наш местный увидел ее, пригласил. Мы месяца два думали, стоит ли пойти в такой тяжелый вид спорта, но и в итоге решились и пошли. Напомним, что Кубок Ульяновской области по фигурному катанию разыгрывали в третий раз. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Оу Правда ТВ.